Ba-bum, 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 ba-ba-bum, ba-bum, ba-bum. Издеваетесь, что ли? Ой, какая разница? Ну, капитолюги. Здравствуйте, РусФифаПес. Так, всем привет, во-первых, кто на канал зашел. Вот, как уже догадались, сегодня у нас будет... Ну, как? Я даже не знаю, как это назвать. В общем, зашел в Фифу. Так, запись-то у нас идет, да, идет. Зашел в Фифу, чтобы посмотреть, что вообще изменилось. Да, знаю я вашу комфортную игру. Сейчас, когда первый раз заходишь, постоянно лагодром. Ну, на самом деле, FIFA всегда логодром, но когда заходишь первый раз, особенно. Ну все, давай, грузись, я тебя прошу. Ладно, встретимся, когда все это говно загрузится, и мы посмотрим, что изменилось. Может, геймплей как-то поменялся, хотя я сомневаюсь. Может, графон поменялся, хотя я тоже сомневаюсь. Может, лица какие-то новые добавились, хотя я тоже сомневаюсь. В чем я не сомневаюсь, так это то, что добавились крутые цветастые карточки. 250 рейтинг. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас эта шняга загрузит. Так, я так полагаю, ретро-звезды, ну, как обычно, они ничего нового не могут придумать, постоянно форсят события. А вот это неплохие карточки, наверное, скорость 1000. Дайте угадать. Нет, 10 тысяч скорость. Я не хочу купить карточку 91 рейтинг за целых 700 рублей. Идите вы нахер, просто уйдите куда-нибудь, уйдите. О, кстати, PES FIFA, моя лига, в которой только я. Да. Только я. Помнится, год назад там было, ну, лига была полная. Посмотрим на мой состав. Давно не смотрел. Схема 4-3-3. Целых миллион монет. О, вот этот пацанчик крутой делает, крутой финт замах. Хотя здесь он считается неликвидным. Здесь крутой финт 360 или радуга. То есть, чтобы делать радугу, нужно быть вообще крутым пацаном. А чтобы делать замах, ничего крутого делать не надо. Вот, но этот пацан, он делает его так эффектно, так круто, вообще классно. Вообще, вот с точки к FIFA никаких претензий в плане геймплея в первые дни. То есть, да, нет, даже в первые 15 минут игры. Потом тебе это наскучивает, тебе уже... Ты хочешь, ты дальше играешь, но ты понимаешь, что ну нафиг, я уйду отсюда. Но ты все еще продолжаешь играть, не знаю, как это описать. В общем, ну, вот такие косяки бывают. Посмотрим на события, что здесь вообще изменилось. Так, ну, во-первых, события Лига Чемпионов. Там, я так полагаю, нужно опять матчи проходить, там собирать непонятные жетоны. Когда как в Песке нужно... О, и зачем мне это? Зачем? Вот, во-первых, что я получу? Да, вы знаете мое отношение к FIFA. Ну, во-первых, я так полагаю, здесь нет ограничения на мой состав. То есть я могу играть любым составом, даже бичевским. Но прикол в том, что вы здесь не сможете на киберспортсмене и просто вы не сможете оттолкнуть соперника, у которого скорость, во-первых, 1000, во-вторых, вы его просто не сможете оттолкнуть. Вот, это нужно постараться. В-третьих, если вы захотите его убить подкатом сзади, у вас, ну и порвать ему там голеностоп или икроножные мышцы, вы не сможете этого сделать, потому что просто не сможете, он не упадет, с ним ничего не будет. Только в редких случаях он упадет. Вот, это тоже косяк. Ну и нафиг мне игрок 80. Да, и я знаю, что я не получу ни Салаха, ни Казимиру, а только лишь, ну вот, мой уровень, Родриго получу. И вы также. Ну, потом, что там у нас, группа ЕФ тоже как херня полная, неинтересно. Смотрим дальше, ретро-звезды. Ну тут, да, тут всякие русисы будут вам
делать видосы, как они круто ловят пакцы крутых игроков. 90, нет, 100, 150 рейтинг поймал игрока. Ну, кто это? Гомес? Какой-то вообще неизвестный игрок. Подождите, может быть, я там слишком старый и футбол не смотрю, но давать игроку из второй Бундеслиги, из какого-то сраного, извиняюсь, Штутгарта, возможно, кто-то за эту тему болеет, но давать из неизвестной команды второй лиги Германии какому-то Гомесу рейтинг 99, это каким надо быть шизофреником? Я не понимаю, что они там курят. Ну, я вот вроде бы объективно оцениваю. Ну, серьезно, ну зачем? У этого Гомеса. Ну, ладно, мы сейчас вернемся. Не знаю, много не хочу тратить на это время. Блин, можно я просто даже не буду туда дальше заходить? Вот мы сейчас просто зайдем на рынок и посмотрим, сколько карточку этого Гомеса обычную. Так, ну давай, я хочу найти кого-нибудь. Мне нужны игроки рейтингом 40. Так, во-первых, мы пишем. Ну, давай, давай. Гомес. Да. Не знаю. Просто выберем из команды. Так, а где Бундеслига? Ой, сейчас это все искать. Так, вот вторая Бундеслига. И Штутгарт. Просто ищем. Блин, я не. Ну, я, может, не так ввел. Ну, как еще? Почему он не находит? У меня всегда были, как это, терки с. А, я не. Я еще и. А, ну понятно, да. Сейчас. Я понял, я постиг этот мир. Смотрите, что надо было сделать. Вот что. А теперь 100%. Чек. А еще жалуются, что в Песке нельзя купить любого доступного игрока. Вот, не знаю. Если у кого-то есть сомнение, что я там что-то не так написал, что-то не так нашел, блин. Я даже игрока не могу найти на рынке. Что это, если не позор для FIFA? Вот еще раз повторяю, еще жалуются, что в Песке невозможно покупать игроков. Так потому что это вам не просто так задонатил, купил монет и купил любого игрока, и перед тобой любая девушка разделась. Тебе нужно зарабатывать монетки, ты их можешь зарабатывать без доната. Ты должен получать скаутов, и не одного скаута, а трех, чтобы получить нормального игрока. И тебе нужно собачиться, ставить ставки, все дела. Ну вот. А тут 104 рейтинг. Получите, распишитесь. Легенда Азар. А что он сделал, чтобы стать легендой? Вот что он сделал, чтобы стать легендой? Безусловно, игрок хороший, высокого класса. Но разве это делает его легендой? Блин. А самое главное, во-первых, я полагаю, где-то в сентябре, так, сбили меня тут, где-то в сентябре начнется следующая FIFA. На Азара вы потратите, ну сколько? Я примерно скажу, от 50 до 150, ну ладно, от 50 до 100 тысяч FIFA поинтсов. Нахер оно вам надо? Если составы обнуляться, вот реально. В FIFA вы жалуетесь, что вот люди поразительные существа. В FIFA жалуются, что составы обнуляются. В PES же жалуются, что составы не обнуляются. И как угодить? Как угодить людям? Точнее, нет, не людям, а ну сами понимаете, кто. Ну, турнир выходные, что это такое? Вот. Блин, я не знаю, что еще говорить. Что еще можно сказать? Ну, по крайней мере, не 250 рейтинг. Ну, где объектив?
Объективность-то где? Что это за рейтинги такие? И самое главное для чего? Вот разве Морега заслуживает рейтинг 97? Максимум 80. Это потолок. Так, ну и что тут еще? Еще кумиры. Откройте ее, завершив все испытания обучения. Блин, я вроде здесь как магистр уже. То есть я, ну, не самый, ну, если так смотреть, я самый первый FIFA практически. Правда, самая первая FIFA это, ну, на мобилке, это FIFA, по-моему, 10-я или даже 11-я. Я могу или 12-я, нет, 12-я, по-моему. Вы можете это проверить, по-моему, 12-я. Я с 14-й части. С 14-го года мне тогда планшет купили, вот, и я тогда весело играл в это все дело. Вот. 15-й фифу я установил, но не смог сыграть. А, нет, да, это был 14-й год. Это был 14-й год, вышла 15-я часть. Я тогда не вникал, мне главное было, о, футбол круто, ну сейчас поиграю. Потому что тогда я играл вообще на в сеговский футбол, то есть не фифу, сеговский футбол, а еще хуже. В японский футбол, это не песка, это другое. Вот. Или в китайский там. В общем, хрень полная, но мне это нравилось. И когда я увидел, что более-менее графика, ну, хоть для 2014 года это вообще задрипанная херня, но для меня это было круто, я просто играл. Неважно, как я просто играл, и я даже не знал, как выбрать другие команды. Я играл одной команды, там по дефолту выпадает ЦСКА Спартак. И я играл ЦСКА Спартак всегда-всегда, мне это нравилось. Ну, потом, естественно, я играл в FIFA 17, но это считается первая мобайл. Правда, играл уже там в конце сезона, то есть летом. Далее, ну, весна-лето. Вот. Потом FIFA 18. Еще более херня для меня показалась. Это что, графон урезали. Что-то ярко стало, как-то цветасто, херово. Потом 19-я часть. Ну, там, да, там геймплей улучшили. Ну, в целом, та же херня. В 20-й тоже ничего особо не изменилось. Вот. Поэтому не знаю, кто хейтит PES. Ну, кто, у кого мозгов нету, что ли? Я вот не понимаю. Вот чтобы открыть, достигните командного общего 80. Вот я, если достигну, вот смотрите, если человек, у кого нет моральных ценностей вообще никаких, и если у него есть 50 рейтинг, его не возьмут. А если он человек говно, но у него есть 81 или 100, то есть у него много денег, но в душе у него ничего нет, то он, получается, проходит. А нормальный человек, у которого, допустим, вот как у меня 77, я не говорю, что я нормальный, просто у меня 77 рейтинг. Вот, я не прохожу. Ну, как это понять? В песке такого нет. Ну да, вы скажете, там просто тупые события. Там с ботом играть. Вот это вот. А тут вот разные события. Идите нахер. Вот кто так скажет, идите. Вот. Не ко всем обращаюсь, просто к отдельным личностям. Вот. Конечно, никто не ставит на вас клеймо, если вы играете в FIFA. Если вам нравится просирать в этом. Это то же самое, что и у всех вкусы разные. Дайте-ка я геймплей заценю. Вот, это то же самое, что и у всех вкусы разные. Но просто есть вкусы истинных аристократов или, по крайней мере, нормальных людей. А есть вкусы, говно вкусы, то есть всякие Моргенштерны там и остальные личности. Вот, поэтому как еще можно? А где здесь компания? Я хочу в компанию поиграть. А, теперь это мировое турне называется. Как же я мог забыть? Как же я мог забыть? Который тебе надоедает где-то на третьем матче, но ты продолжаешь играть. Правда, не понимая, зачем тебе это надо. Типа. Не знаю. Оно еще и грузится долго. Оно все медленно работает. Все очень плохо. Блин. В Песке уже давно есть функция 60 FPS.
Фифе все еще 30. Не знаю, вот сейчас я зайду, мне будет приятен этот геймплей. Но больше в этой игре я задерживаться не хочу. Да, я затянул видос уже где-то, наверное, минута 15. Ну, сейчас мы уже завершим, я просто посмотрю. Просто посмотрю, что хоть изменилось. Вот. Не более того. Ну давай, грузись. Вот, блин. А еще я жалуюсь на Песку, ну, сам про себя, то, что там сложно найти долго соперника. Блин, здесь бота сложно долго ждать. Ой, слушайте, вот реально, кто... О, какие тут модельки. Это кто такие, блин? Это ГМО-имбецилы, что ли? Блин. Как в это люди играют? Я понимаю еще FIFA 14 Mobile. Там все сбалансировано и нормально. Но вот в эту кто играет? В игре, где нет замен, где твои игроки не, так скажем, постоянно... вот тут можно было брать, а он отбит. То есть баланса нет. В игре, где твои игроки не устают. И смысл в такой игре... Ой, нет, можно я просто выйду? Да, все, я сдаюсь. Я удаляю. Я тебя удаляю, все. Я вот даже. Так, как там? А, кстати, у кого к Xiaomi, запоминайте, чтобы правильно удалять игры. Да, сейчас я вас научу. Так. Во-первых, очищаем кэш. А, во-вторых, просто очищаем все. И уже в-третьих, удаляя, вот я вам еще поучительную вещь такую скажу. А что она не удалилась-то? А, ну и... Да, все, она удалилась. Я лучше сейчас вон в Golden Axe почилю. Или в Песку зайду. Вот. Ну все, ребят, с вами был RusFPS. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчики. Ну и рассказывать друзьям, пусть они... Ну, хотя бы пересмотрят свое видение на FIFA. Я тоже раньше играл в FIFA очень долго. Кстати, из-за этого зрения не посадил в эти тупые события играл. А потом все ради чего? Вот еще раз повторяю. Ради чего? Ради того, что раз, я так и не заполучил того игрока, которого я хотел. Это был Санчес. 91, по-моему. Вот. Событие Мороза там какое-то было. И далее. У тебя состав обнуляется. Ну, ради чего? Все. В общем, ждите видосы Пески, ждите видосы Фифы, видосы будут, видосы вообще зашибись, все. Все, пока я... Так, все, ладно, пойду в Golden Axe почилю, вот. Можете тоже скачать в Play Market, вообще, вот такая игра. Все, всем пока.